Друзья дорогие, сейчас я еду в LA, в Лос-Анджелес. Взяли груз мы и едем на таком у нас еду. Что меня удивляет, необычно, наверное, впервые я такой вижу тут. Нету трафика. Едем 50-70 миль в час. 60 до 70. И нету трафика. Это просто удивительно. Уже заканчивается 407, 405. И скоро пятерка будет. I-5. И нету трафика. Это просто потрясающе. Идем быстро. Слава Богу за все. Тут в Лос-Анджелесе не так много дыма уже. Но сейчас, правда, видно, чуть-чуть есть уже. Вчера вечером, когда приехали, почти не было. По сравнению с Сакраменто, тут вообще было чистое небо, чистый воздух. Но сейчас, кстати, ветер подул, и вон, вижу, дымка уже есть на горах, по крайней мере, видно, лежит. Вот такие дела. Слава Богу за все. За теплую погоду. За чистый воздух, который мы имеем. Вот здесь, по крайней мере, посмотрим, как дальше будем подниматься на север. Пятерки. Через всю Калифорнию будем ехать. На Орегон, потом Вашингтон, на север. Такой у нас Лос-Анджелес. Горы, холмы. Гористые, холмистые Лос-Анджелес. И трафики, пробки постоянные. Но сейчас, на удивление, нет. Я очень доволен этому. Друзья, вот еще какая интересная вещь. Сколько я езжу по Лос-Анджелесу, ну, уже пару десятков, может, 3 десятка раз тут бывал, колесил, груза развозил, собирал. Но что-то я нигде никак не могу встретить, не встретил надпись вот эта известная, всемирно известная, на горах, Холливуд. То ли туда траком нельзя, что я так и не попадал на те дороги, на те места. Я еще не встретил эту надпись. Кто знает, где она, в каком именно районе находится, можете подсказать. Может, как-то увижу ее тоже. Потому что еще, когда еду, нету времени сильно по сторонам разглядывать, особенно когда трафики. Только в основном вперед смотрю, может, я просто не замечал.